Представляем вашему вниманию дипломную работу студентки 5 курса Московского института культуры Марии Алексеевны Кандаловой. «Можжевеловые мысли. Этюд. Постановка». Неба, потом звезда, все лишь узнали, что это ее нечаянно столкнул медвежонок.
надо сорвать. И потом пой 5 ромашка, 6 ромашка, 7. Не пой, пой 7, понял? Нет. Ну ты поешь 7 ромашка, а у нас в стиле Мелитриандии поют 5 ромашка, 6 ромашка, 7. А зачем? Тьфу ты, чтобы песня была, повтори. Тьфу ты, чтобы песня была, повтори. Знаешь, давай себе песню, под этим зайцем. Да погоди ты со своим зайцем. Слушай, давай поедем в стиле Мелитриандию. Говорить мы их не мы умеем. Смотри, какое хорошее слово. Трям. Трям? Очень хорошее слово. А что оно значит? Трям по стиле Мелитриандии означает здравствуйте. Трям, здравствуйте. Трям, здравствуйте. А кто пойдет на день рождения к зайцу? Мы пойдем, приедем в стиле Мелитриандии и сразу же к нему. Надо зайца взять с собой. Он никогда не был в этой. Телемилитрианте. Ага, приедем. Прям, здравствуйте. Прям, здравствуйте. Отдадим ромашки. Отдадим ромашки. Нас встретят. Нас встретят. Покормят. Покормят. Спать положат. Спать положат. А утром проснемся и назад. И назад. Зайц, ему будет очень приятно. Да что ты ко мне со своим зайцем пристал? Он для мушек боится. Кто? Зайц? Зайц никого не боится. Я выдумал, и ты с кем дружишь, со мной или с зайцем? И с тобой, и с зайцем. А я дружу только с тобой, понял? А со мной и с зайцем дружить нельзя, понял? Ёжик, медвежонок, я вас целый день ищу. Он меня целый день ищет. Он его целый день ищет. Я пошел. Он пошел. А как же Телемилитрия? Без меня, с зайцем. С зайцем. Я сижу, она, ну сижу, она.
сюда. Атмосферно, душевно, так ребята большие молодцы. Это второе выступление уже за две недели. Это, конечно, не каждый взрослый потянет такую программу, но все абсолютно справились так здорово. Я не вижу даже разницы. Маленькие артисты, большие, настоящие артисты. В общем, выступили здорово, нам очень понравилось. Спасибо и ребятам, и педагогам за такое творчество. Я, как всегда, восхищена. Здорово. Вообще интересно очень. Молодцы. Очень понравилось, очень необычно. Дети молодцы. А кто тебе больше, медвежонок или зайка? Светлана Ревовна. Светлана Ревовна. 3 января на территории прудов будет театрализованная программа для детей совхоза имени Ленина. Называется «Новый год за 3 замками». Со сказочными персонажами. Приходите, будет весело.